в феврале-марте 22 года наши войска, как известно, подошли к Киеву. На этот счет и на Украине, и на Западе, и тогда, и сейчас много спекуляций. Что хочу сказать по этому поводу? Наши соединения действительно стояли у Киева. И у военных ведомств, у силового блока были разные предложения по вариантам наших возможных дальнейших действий. Но никакого политического решения о штурме трехмиллионного города, кто бы чего ни говорил, ни домысливал, не было. По сути, это было не что иное, как операция по принуждению украинского режима к миру. Войска там были для того, чтобы подтолкнуть украинскую сторону к переговорам, попытаться найти приемлемые решения и тем самым прекратить войну, развязанную Киевом против Донбасса еще в 2014 году.